Всем привет, Кент на проводе, и прямо сегодня я вам покажу самые крутые, самые нереальные и самые жесткие баги в Stand of 2. Те баги, которые вы видите сегодня, они настолько жесткие, что я даже думал их не выкладывать, а потом подумал... А, пофиг, поехали! Если вам не сложно, а вам не сложно, я знаю, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Мне будет очень-очень приятно. Ну, пожи, подпишись, поставь лайк! Хочешь топовый дроп, но не знаешь, как его получить? Выход есть! Это Stand of Hell, новый уникальный проект с большим наличием кейсов, моментальным выводом, ежедневными бонусами, бесплатными промокодами в группе ВК и многим-многим другим. Все это ты найдешь по ссылке в описании. Мой выбор – Stand of Hell. Первый и самый жесткий баг мне подсказал Верика. Ну, короче, пишет мне в ВК, типа, «Кентуха, Яндец, бом-бом-бом, есть нереально крутой баг». Я такой, ну, братанчик, погнали смотреть. Ну и погнали смотреть! Да, это все реально. Да, это не читы. И да, это Сайлес. Хотел бы именно для разработчиков отдельно объяснить то, что я специально это видео снимаю спустя неделю, когда все обновились. Почему именно обновились, сейчас вы все поймете. Потому что я не хочу, чтобы эти баги использовали игроки. И использование багов запрещено. Поэтому если вы их будете использовать, вас могут забанить. Данный баг только в ознакомительных целях. И то он у вас уже не получится. Ну, по крайней мере, наверное, не получится. Если вы до сих пор не поняли, что произошло, или случайно не увидели, то давайте еще раз рассмотрим более детально. А ну-ка, и залезай давай, как домой заходи. Ой, все-все, ты тут, все, тебя не видно. Обалдеть, это приколяс. Капец, ты как будто читер, я просто в шоке. Тише, не высовывайся, не высовывайся, тебя не видно вообще. Ну, она простреливается, имею в виду. Не-не, покажи нож, нож. Я смотрю его. Я уверен, что после выхода моего видеоролика данный баг пофиксят. Но, тем не менее, я вам расскажу, как же его можно сделать. То есть, смотрите, мы подходим вот к этому месту и говорим волшебное заклинание. Дох тебе, дох, дох, дох! Теперь нажмем осмотр три раза и... Ладно, шучу, сейчас вот посерьезно. Я говорю сразу, я детально рассказывать не буду, как это делается, потому что потом мне разработчики скажут: «Ай-яй-яй, Кент ПК, ты индеец бом-бом, мы тебя забаним!» Поэтому, ребятки, детальные инструкции не ждите, я расскажу вкратце. В общем, для данного бага нам необходимо два телефона. На одном телефоне, что была старая версия, а на другом телефоне новая версия. Ну и как-то вместе с ними запустить лобби. Более детально говорить не буду, потому что разработчики скажут: «Ай-яй-яй, Кент, ты пока плохой мальчик». В общем, кто понял, тот понял, кто не понял, тот не понял. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Да, о-о-о, ты тут тоже в коробках. Вот это я ору, прикольно. Смотри, есть плохая новость, еще хуже новость и хорошая. Хорошая, что видео хайпанет. Плохая новость, что тебя, скорее всего, забанят. А очень плохая, что забанят, скорее всего, нас двоих. То есть, вот этот вот баг вы по-любому нигде больше не видели. Это не читы, это реально баг. И это круто. Также, помимо этого, я еще нашел два прикольных бага, поэтому внимательно смотрите. Ну а прямо сейчас вам покажу довольно-таки прикольный баг. Ребятки, смотрите, мы построили лесенку из пятерых человек, видите, все подо мной. Теперь мы залезли вот сюда, я на самой верхней точке, и прямо сейчас я беру руки мой керамбит голд, и вы посмотрите на вот это. Не, ну ребят, я, конечно, извиняюсь, я, конечно, все понимаю, но кажись, тут какая-то ерунда. Почему мой любимый керамбит стал черным? Я этого не понимаю. Но, как по мне, тоже прикольно, поэтому, ребятки, поставьте лайк за такой классный, крутой баг. Также, ребятки, мы нашли еще один довольно-таки прикольный баг. Вот мы сделали небольшую подсадочку, теперь я прыгаю сюда, и по идее все будет хорошо. Блин! Ладно, давайте повторим попытку. Ну что же, мы совершаем прыжочек вот сюда, и сейчас, по идее, все должно выйти. Прикиньте, вот этот прикол! Обалдеть, смотрите, куда я добрался. Нифига себе, у меня даже АВМ есть, тут прям все видно, правда, ничего тут нету, но все равно все видно. Вау, очень круто.
Ну что же, дамы и господа, прямо сейчас мы видим замечательную подсадочку при помощи двоих человек. Да, это Бах, и он рабочий, посмотрите, я вижу абсолютно всю карту. Ну как всю карту? Почти всю карту. Посмотрите, как круто. Тут невидимая стенка, видите? Данный баг, скажу сразу, нашел не я, мне подсказали мои подписчики, они увидели у кого-то на ютубе. Так, ну что же, смотрите. Да-да-да, и видно противников, блин, вот это круто. То есть получается, при помощи двоих человек мы можем залезть сюда, мочить абсолютно всех противников отсюда и отсюда. И самое главное, они нас не видят. Вот это, конечно, я в шоке, пацаны, посмотрите, блин, это очень даже прикольно. И на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, потому что, ребятулечки, ну я реально старался. Также напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного формата. Может быть, вы видите продолжение, все зависит только от вас. Все нужные ссылочки в описании. С вами был Кентуха, всем удачи, всем пока.